Сухарики жигулевские, знаете? Сухарики с хреном и горчицей. То, что вас может с вашего веселого толчка оторвать на огненной тяге. То, что невозможно есть обыкновенным детям и невозможно ходить в туалет взрослым. Сухарики с горчицей. Жгет там, где вы не ждете. Сейчас, ребята, небольшая рекламная пауза. Желтая пачечка, надпись «Зяки-зяки». Это то, что вы не можете найти по всей территории России. Прямая поставка из Китая в Улан-Удэ. Очень редкий экземпляр. Зяки-зяки специально для доктора из Улан-Удэ большой коробкой от сестры. Никому не достается, только мне. Только зяки-зяки и доктор. Только мое. Зяки-зяки. 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 Не всем заходят, а мне заходят. Вы говорите, что такой веселый, да? Не под наркотиками шумишь? Нет!